Доброе утро! Вас приветствует телеканал СТВ. Напоминаем, что наступило 6 февраля. Это значит, что весна не за горами, а с ней придет и потепление. Вообще, с наступлением оттепели в Беларуси участились случаи выхода людей на тонкий лед. К сожалению, в некоторых случаях это может привести к трагедии. Только за январь этого года беспечность на льду унесла жизни 13 человек. Как вести себя в подобных ситуациях и чем опасен тонкий лед? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Итак, в студии хорошего настроения сегодня ведущий специалист отдела Республиканской водолазно-спасательной службы «АСВОД» Олег Борозна. Олег, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я так понимаю, что до глубинной причины, зачем в принципе люди выходят на тонкий лед, мы с вами никогда не дойдем, и ответить на нее невозможно. Скажите нам, пожалуйста, вот из-за оттепели, из-за потепления количество работы у вас, я так понимаю, увеличивается. То есть люди все равно тем же потоком идут на тонкий лед. Вы правы, да. Если брать сейчас складывающуюся ситуацию на водных объектах республики, то более-менее лед все-таки уже установился. Погода такая содействует этому. Но в первые недели января действительно было очень тяжело, очень страшно, потому что лед неравномерно намерзал. Когда около нуля там температура, да. И вот тогда не совсем цифру вы правильно сказали. За январь месяц у нас только именно со льда погибло 9 человек. Из них двое детей, а всего погибло 13, это с учетом падения в открытую воду. Со льдом связано 9 человек. Ну а в чем сейчас заключается главная работа АСВОД? Главная работа АСВОД заключается в том, чтобы профилактировать, предупреждать в основном рыбаков. И второе, это у нас направление работы связано с профилактикой несчастных случаев именно с детьми. Поскольку дети не очень себе представляют вот всю ту опасность, потенциальную опасность, которую в себе таит лед. А что значит профилактика вот среди этих рыбаков? Вот прямо идут спасатели к этому рыбаку, который на льду ловит рыбу, подходят и говорят: мужчина... Да, осуществляются обходы водных объектов. Подходим к каждому рыбаку и предупреждаем, если толщина ледового покрытия, либо структура льда не позволяет безопасно на нем находиться, просто просим, предупреждаем, объясняем людям, рыбакам, что нахождение на ледовом покрытии опасно. Наш телеканал находится вот рядом со Свислочью, в центре Минска. И я один раз не выдержал, подошел к рыбаку. Я пытался понять, что ж там-то за рыба такая, чтобы ради нее рисковать жизнью. Там совершенно какая-то обычная плотва, какая-то, ну вот прям совсем мелочевка. Скажите, вам вообще вот, ну, мотивация этих людей понятна? Вот вы с ними беседуете? Ну, это уже стиль жизни, стиль что ли, жизни. Такой у людей. И они не мыслят себя вот без отдыха, вот это вот именно рыбалки. Им хотя бы какого-то окушка или ту же плотвичку достать. Ни в коем случае мы никого не ругаем и сами даже понимаем, если человека что это вытащили делать. Из воды и пришлось из-за этого водолазов задействовать, но все это, равно не ругаете? Это наша работа спасать людей, понимаете? Поэтому мы просто объясняем ему, что так делать нельзя, он нарушает правила охраны жизни, меры безопасности. А бывают, скажите, рецидивисты? Вот человек, которого вытаскиваете уже первый раз, вы его в лицо знаете, уже знаете место. Бывают такие случаи, когда одного и того же человека в течение дня трижды доставали. И если провалился в четвертый раз, все равно и в четвертый бы... Ну, то есть вообще никакого там ни наказания, ни... Нет, не имеем права мы такого делать. Мы имеем право только предупреждать. Если мы уже видим, что поведение человека неадекватно, единственное, что мы можем, это вызвать наряд милиции. И тогда уже наряд милиции составляет протокол об административном правонарушении. А так мы обязаны его спасти, и мы можем только объяснить ему то положение дел, которое... Ну, не должно. А как статистика вообще? Вот из года в год увеличивается количество трагедий или уменьшается? Нет. Может быть, есть смысл какого-то, ну, глобального прям запрета? Ну, во-первых, запреты есть, и в новых правилах охраны жизни предусмотрено. И сейчас же действуют запреты. Областные исполнительные комитеты, в ведении которых, допустим, находятся водные объекты, они принимают соответствующее решение о запрете выхода на лед на период ледостава, а также на период активного разрушения и таяния льда. И вот, допустим, человек все равно пошел на лед, провалился, его спасли. В этом случае какой-то штраф ему предусмотрен, да, за то, что он нарушил запрет? Понимаете, как законодательной базы именно, чтобы человека можно было штрафовать, нет. Ага. В кодексе об административных правонарушениях предусмотрено только штрафовать человека за купание в запрещенном месте. Есть специальная статья 23.63. А вот за выход на лед во время запрета действующего пока такой нормы нет. Но законопроект такой готовится. Все понятно. Ну, а сколько должны продержаться морозы и какие они должны быть, чтобы можно было смело говорить, что на лед выходить вы можете? Все зависит от нескольких факторов. То есть должна быть постоянно минусовая
погода, если это спокойная, безветренная погода, снега, допустим, нету, лед нарастает очень быстро, и он становится однородным и набирает свою прочность гораздо быстрее. Если погода изменчива, конечно, структура льда меняет свою прочность, то есть становится пористой, и тогда уже намного дольше нарастает тот лед и набирает свою прочность. Хорошо, а если вот прям серьезные такие зимние морозы, там минус 15, минус 20, и вы вот проезжаете по городу, видите, что посвислы, что по Немиге ходят просто вот как по дома по полу люди огромными толпами. Все нормально, вы не беспокоитесь за них? В Минске гораздо проще, поскольку в Минске 9 спасательных станций есть, и ежедневно мониторится состояние ледового покрытия на водных объектах именно в городе Минске и на прилегающих территориях. Гораздо тяжелее и гораздо опаснее нам и страшнее это неконтролируемые водные объекты. Это вся протяженность рек, допустим. Это какие-то водоемы в деревнях, где нет наших пунктов, ни спасательных станций, ни спасательных постов. Вот это тяжелее. Как правильно туда передвигаться по льду? И что нужно иметь при себе, чтобы оказать первую, ну, скажем так, чтобы оказаться в таких условиях, когда, может быть, все-таки есть возможность спастись? Перво-наперво, состояние ледового покрытия для выхода на него безопасно одного человека должно составлять не менее 7 сантиметров, для выхода группы не менее 12. Второе. Это какая температура должна продержаться? Там это неделю, хотя бы там минус 7 каких-нибудь? Ну да, ну хотя бы неделю-полторы. Постоянная минусовая температура. Вот тогда... А как можно проверить лед? Ногой топнуть, посмотреть? Нежелательно. Да. Ни ногой, ни рукой. Толщина ледового... Первый кандидат на спасение. Толщина ледового покрытия проверяется пешней. Пешня. Ну, что-то типа шеста, длинная палка. С берега проверяется, если крепость более-менее достаточно, тогда выходишь потихоньку и начинаешь перед собой проверять. Для рыбаков гораздо проще. У каждого рыбака зимнего, если бурится лунка и замеряется толщина ледового покрытия, это вообще без вопросов. Хорошо. Ситуация, когда человек оказался уже вот так вот под водой. Да, ну... Перво-наперво не стесняться звать на помощь. Не надеяться полностью на свои силы. Обязательно кричать, звать на помощь. Угу. Второе. Иметь при себе какие-то средства самоспасания. Вот как мы говорим, ледовые штыри. Либо это... Чем-то, зачем можно зацепиться за лед? Да, 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 да. Чтобы можно было уцепиться за лед и подтягиваясь, ну, на кромку льда вывести. Я читал еще такую вещь, что надо пытаться вылазить в сторону, откуда ты пришел. Там будет, скорее всего, более толстый лед. Ну, естественно. А не в противоположный. Поскольку будет... вы шли и не провалились до этого, значит, точно ледового покрытия будет. Поверьте, такие вещи надо, если есть люди, которым надо объяснять, что, в принципе, в ноль не надо выходить. Что каблуком не надо проверять. Да. Давайте представим ситуацию, вот самую ужасную, это глухой лес, и там вообще никого нет. У тебя только ты один, значит, ты оказался под водой. Перво-наперво. Да. Двигаться, естественно, в сторону берега, естественно, в ту сторону, откуда пришел, ломать руками лед и пытаться выбраться на его кромку. Но, как правило, некоторые пытаются животом выбираться, но это не очень правильно. Лучше, если полынья небольшая, перевернуться на спину, спиной лечь на кромку льда и пытаться ногами себя вытолкнуть. Как только вытолкнул, тогда уже перекатами отползать от края не от кромки. Не идти, не бежать, а именно переползать. Нет, именно перекатываться, либо ползком, аккуратненько ползком. Что? Площадь опоры на ледовое покрытие увеличивается, соответственно, меньше шанс провалиться снова. А тем, кто пытается спасти, что нужно соблюдать? Тем, кто пытается спасти, в первую очередь, не лететь галопом туда, к этому человеку, стараться не входить в прямой контакт, то есть использовать какое-то подручное средство для того, чтобы вытащить человека палка, на лед. Допустим, палка, верхняя одежда, шарф, все что угодно. Любое средство подойдет. Все, допустим, человек вылез, он один, он абсолютно весь мокрый, на улице минус 5 градусов. Что вот делать с этой мокрой одеждой? Если он очень далеко от этого, перво-наперво обязательно выкрутить одежду максимально. То есть надо снимая снять, остаться обнаженным? Да. Снять одежду, выкрутить, растереться, одеться по-новому и бегом в любой населенный пункт, да, в любое теплое место. А какие средства сейчас принимаются современные для спасения, применяются? Ну, основные средства спасания – это спасательная голова. Доска. И не залазить просто на этот лед тонкий. Это если первое. Это имеется в виду подручное средство. Да. Ну, это спасательная доска, лестница. Сейчас вот в Могилеве мы пытаемся инновационное средство испытать, так скажем, подойдет оно или нет. Оно будет максимально помогать для спасания человека как с открытой воды, как на открытой воде, так и на льду. Ну, это представляет собой средство что-то вроде катамарана.
только, естественно, без сидений и без вращательных этих лопастей. На открытой воде его передвижение может быть с помощью подвесного лодочного мотора, либо с помощью весел. А на льду просто спасатели будут его с собой толкать. Там предусмотрена специальная площадка, на которую можно будет положить водолазное снаряжение. И если даже человек ушел полностью под воду, не успели его схватить с поверхности воды, водолаз может максимально быстро экипироваться и уйти под воду. Вы сказали насчет того, что применяется на открытой воде, соответственно, летом. А когда более горячий считается сезон для ваших коллег? Зима или лето? А у нас их два. И зима, и лето. Лето – это купание на открытой воде. Зима – это в основном рыбалка. Просто, как мне кажется, все-таки зима – это вот человек, который просит о помощи, и его там хоть как-то легче спасти. А летом, наверное, это уже... Вы знаете, если человек выходит на тонкий лед, который только-только формируется, он проваливается, представляете, спасателю дается определенное количество времени для того, чтобы оказать ему помощь. И это, опять же, является дополнительной опасностью для самого же спасателя. Ему нужно максимально быстро добраться до терпящего бедствия. В результате сам же провалиться можешь, понимаете? Поэтому ситуация здесь разная. Огромное вам спасибо за то, что пришли в студию. Большой привет передавайте коллегам, они настоящие герои. И, друзья, я напоминаю, что в студии «Хорошего настроения» сегодня был ведущий специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы «АСВОД» Олег Борозна. Спасибо большое. А в студию «Хорошего настроения» мы вернемся сразу же после выпуска новостей.